Ежедневно в Березовский районный архив приходят люди. За последние 85 лет сюда обращались 1000 жителей Березовского района и не только. Но, как правило, здесь тишина. Документы требуют особого обращения и особого климата. Сегодня помещение архива отвечает всем современным требованиям. Это удобные в работе передвижные стеллажи. Все документы закартонированы, что помогает уберечь их от света и пыли. Также современная пожарная и охранная сигнализации и порошковая система пожаротушения, благодаря которой в случае возгорания порошок потушит и не испортит документы. А также для соблюдения температурного режима предусмотрен кондиционер и увлажнитель воздуха. Современная аппаратура позволяет проводить видеоконференции, которые проходят в специальном зале. А все вместе это позволяет в полной мере использовать все возможности архива. Березовскому районному архиву 85 лет. Но сколько бы ему ни было, функции остаются неизменными. И архивное дело зиждется на 4 китах. Первое – это комплектование архива. Второе – это учет документов в архиве. Третье – это сохранение документов. И четвертое – использование принятых документов. По первой функции, по комплектованию архивов, хочу сказать, что сегодня архивный фонд Березовского района комплектует 34 организации источника комплектования. Это практически все учреждения, которые расположены в нашем районе. Архивное дело – работа непростая. Ее успех прежде всего зависит от людей. В Березовском архиве работают всего 3 человека, но со своими обязанностями они справляются в немалой степени, потому что эта работа им нравится. Я, когда училась, у меня не было практики по архивоведению, я только теорию немножко знала. Когда я сюда пришла, у меня была ассоциация, архив, это как раньше в КГБ, личные дела на каждого работника, на каждого жителя. Я, то есть, принципа немножко архива не понимала. И когда уж начала оформлять справки, когда мне начали объяснять, как информацию искать, что такое фонды, где оно стоит, и когда я увидела эти потрепанные корешочки, оно прям такое все старое, такое все миленькое. Вот для меня вот первый день был здесь очень прям такой, я попала прям в такую сокровищницу. Мне вот это больше всего понравилось и запомнилось. Входит в обязанности сотрудников архива ежедневное общение с людьми. Причем посетители приходят не только для того, чтобы воспользоваться предоставляемыми здесь услугами. Иногда они приносят материалы из собственных запасников, а иногда и просто дарят подарки. Выпустил сборник осенью. Через Москву, через Тюмень, Москву, авторские права, все защищены. Вот. Ну, поэтому я, чтобы сохранилось все это, и дарю архиву, ну и музеи тоже. В стране набирает обороты волонтерское движение, а лишние руки никогда не повредят. Именно поэтому возникла идея о добровольных помощниках архивного отдела для помощи в сохранении документального наследия, поисково-розыскной работы и продвижении проектов и выставок архивных материалов в медиапространстве. Если проект окажется успешным, то это еще раз подтвердит, что благодаря совместным усилиям Березовский районный архив по-прежнему остается одним из самых востребованных учреждений муниципалитета. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».